Здравствуйте. Видео ведется на панорамную камеру 360 градусов. Можете смотреть во все стороны, вверх, вниз, влево, вправо. На мобильном устройстве можете управлять при помощи гироскопа или водить по экрану пальчиком. На компьютере зажимаете левую кнопку мыши, и также видео прокручивается во все стороны и на компьютере. Для лучшей четкости видео в настройках YouTube устанавливаете 4К, и видео будет максимально четко, которое YouTube поддерживает для панорамных камер. Сегодня у нас 12 июля, время 9 часов 20 минут утра. Мы с вами находимся в городе Сочи, Лазаревский район, поселок Чимитаквадже. И мы сейчас с вами будем замерять температуру морской воды в море. Температуру морской воды и, по возможности, если приедет гидроцикл, то попробуем снять и гидроцикл. Как мы катаемся на гидроцикле, чтобы вы имели представление, что это из себя представляет. И также немножко подводной съемки. Немножко подводной съемки будет снорклинг. Сейчас я с подводным чехлом вам покажу Черное море изнутри. И также замерим температуру моря. Сейчас я подойду прямо к воде, и вы увидите, какая вода после шторма. Шторм у нас вечером 8 июля. Поднялся резко сильный ветер. Резко сильный ветер поднялся, и ночью был шторм, который заливал, доходил до середины пляжа. А вот уже сегодня 12 число, 9 числа еще был шторм, потом 10 была еще немножко мутная вода. Вчера уже вода была, ну, не такая чистая, но, конечно, все-таки чище, чем во время шторма. А сегодня вода уже совсем чистая. Сейчас будет подводное видео в формате 360. Давайте смотреть. Так, мы встретили на пляже наших отдыхающих. Сейчас будет небольшое интервью у отдыхающих. Так, можно вас на видео снимать? Хорошо. Из какого города вы к нам приехали? Из Ставрополя. Из Ставрополя. Как вы о нас узнали? В Инстаграме или в Ютубе, что вы помните. Ага, в Инстаграме или в Ютубе. Так, вам, вы сейчас уже, ну, уже второй день вы у нас живете. Как вам бытовые условия проживания в гостевом доме Гавана? Отличные. Отличный, хорошо. Где вы покупали такую модную маску? В Спортмастере, наверное. В Спортмастере. Хорошо. Вы где-то еще до этого отдыхали на Черном море? Конечно. Где вы отдыхали? В Грузии, в Крыму. В Грузии чаще. В Грузии чаще. Где лучше отдыхать, по вашему мнению? Везде хорошо. Где лишь бы отдыхать. Ага. Везде хорошо, лишь бы отдыхать. В Грузии тоже неплохо, да? Да, море похоже по чистоте и по температуре. Хорошо. В Крыму холодное было. В Крыму холоднее, да? Так, планируете еще отдыхать? Ну, именно к нам еще. Вы когда отдыхаете, вы приезжаете все время в разные места? Или в какие-то места? Стараемся в разные. Старайтесь в разные. Да. Просто есть такие люди, которые приехали, им понравилось, они все время в одно место ездят. А вы один из тех, кто ездит в разные места. К нам больше не приедете. А почему? Еще не факт. Еще не факт. Хорошо. Может, даже в августе, если будет время. Хорошо. С другим составом. А какой другой состав, если не секрет? Сестру возьму. Сестру, хорошо. Ну, все. Так, что, все хотел, все, что просил. Спасибо. Все. У меня есть градусник для бассейна. Мы его с вами закидываем в море. И потом ждем 3 минуты. После 3 минут мы узнаем, какая температура Черного моря 12 июля. В районе 9:30 утра. Ну, как бы, что утром, что вечером, вода уже в море все время одной температуры. Особая температура у нас не меняется. И сейчас будет подводная съемка.
Нормально. Я тоже. Дайте перчатки. Не бойся, не взорвется. Сиди. Наоборот, хочешь, чтобы взорвалось. Да нет, поближе сажаешь. Дурак, сиди, если не сгоришь. Рука помощи. А здесь еще осталась рука помощи. Руку мне помощь, давай. Ассистентка, помогать, то есть. Да. Ассистентка. Так, нормально. Главный ассистент. Я буду, я ассистент. Заливается всем спиртом, да, потом? Ну, какая-то там кислота. Салициловая кислота. Еще синий добавь. Сейчас, подожди, мне нужно этот еще. Еще два сбоку стоят. И это я уже добавил. А где он? Это ж синяя. Папа, это ж синяя. Чего не ты? Не добавляю. Там еще соль. А вот соль добавляю. Соль сейчас будет гореть. Добавили. Соль сейчас будет гореть. Сейчас будет гореть огонь. Лёх, не боись, а вдруг как рванет сейчас и все. Да не рванет. О! Синий. Оп, ты дышь. Ваночка? А, давай. Вот мне синий нравится больше. Ну, синий уже. Лёх, что ты приходишь? Надо в экспериментах аккуратно и медленно, чтобы ничем... Никого так, не ну, спрачивается. Нормально добавил. Мама села на зайца, чтобы там подать видеокамеру. А вот как вас с ней едем там кот. Убирай. А хочется. Меня не кусают. Меня не кусают. Эй, куда вы на тарелке льетесь? На тарелке. А вот синий эликсир мне очень понадобится. Лего. Ты как помнишь, я не так же. Катишься. Можешь реально туда спуститься? Там еще выход. Да, там есть выход, реально это наша территория. Я потом спущу. Да? Как быстрее по ней уйти на пляж? Я уже залез. Как, куда? Пш-пш, иди, иди. Так, ну все, добавили. Вы не против, если мы вас видео покажем? Мы уже поняли, что уже... Уже показали. Классно, больше всего видно. А фиолетовый как? Фиолетовая, это фиолетовая вся цепочка. Комы классного. Зеленый хорошо. Да, зеленый. А оранжевый больше всего. Ну, оранжевый, красный уже прогорел, конечно. Чуть-чуть прогорел. О, теперь все уменьшается. Синий, он горит таким этим. О, тебе кот там. Иди кота лови. Зачем кота мучить, а? Потихоньку опускается. Доченька, сейчас перчатки, не надо к огню подносить перчатки. Потихоньку опускается, а потом он... Вот так будет, как... Когда он взорвется... Жидкость, ну, это... жидкость, да? Да, жидкость горит, они дают остаются. Цвет, да. Синий уже прогорел. Можем еще раз засыпать сальцеловки? Давайте! Пойдемте уже мультик смотреть. Да, пойдемте мультик, уже насмотрелись, да. Здесь кино не будет. Вот вкусную зажигалку, он ей классный свет. Красненький сейчас загорится, все.
Сынок, пойдем мультик смотреть. Да. Так, сейчас мы с вами задерживаем воздух и плывем в глубину. Сейчас вы увидите, насколько можно нырнуть с ластами. Задерживаем своим воздух и поплыли. Ну, видно расстояние, с которой можно нырнуть. С ластами проплыть за один нырок. Там бы вы со мной задерживали все дыхание, или нет? Так. Температура воды 12 июля 28 градусов. Июль, все правильно, не надо мне столько сбивать. 28 градусов. Город Сочи, Лазаревский район, поселок Чимитаквадзи, пляж перед гостевым домом Гавана. Подписываемся на канал, ставим лайк и пишем в комментариях, какие вы хотите увидеть обзоры из Лазаревской до ближайшего пляжа, если вы где-то забронировали. Сделаю обзоры до ближайшего пляжа, того места, от которого вы забронировали, если вы напишите в комментариях. Так, а можно я сейчас поправлю место камеры под водой глубоко? Нет, глубоко тебе нельзя плавать. Потому что тебе только 6 лет. Все, до новых встреч, пока.